Ну что, вот мы переходим к ролику, ребят. Еще раз всем ку-ку-ку-ку-ку. С вами Лызый на связи. И да, я думаю, хочу показать вам Магнуса. Я недавно видел на хайп-тест этого Магнуса, который много фармит, убивает всех за РПшку. Очень круто, мне очень понравилось, хочу поиграть. Ну и знаете, ребят, сегодня я хочу, наверное... Я зашел на рейтинг пониже, тут 3200 примерно. Я хочу поиграть, прожать кнопки, расслабиться и реально отдохнуть. Потому что каждый день происходит... Мне такие говорили, хотел избавиться от рутины, а в итоге сделал челлендж на 71 день. Хотел избавиться от рутины, а получаешь это. Нет, нет, тут дело даже не в рутине. Тут дело больше, знаете, в самой ситуации. Сегодня был такой день, что как будто все идет против меня. И если вы делаете челлендж, вы должны знать, что рано или поздно, когда вы делаете что-то трудное в вашей жизни, что-то значимое, что-то, что изменит вашу жизнь, 100% изменит, вы испытаете трудность. И тут вы встретите второго себя, который захочет интерпретировать всю ситуацию. Любая ситуация, она оценивается. Вы можете сказать, типа, ну я не оцениваю и не даю оценки. Нет, ребят, любая ситуация оценивается человеком. Каким бы вы ни были человеком, она всегда оценивается. И это на самом деле круто. Потому что если ты оцениваешь ситуацию плохую, да что ты делаешь, малой? Если ты оцениваешь ситуацию очень плохо, то если ты оцениваешь ситуацию очень плохо, то, скорее всего, она и будет плохой, по сути. Но если вдруг ситуация является... для тебя интерпретировано по-хорошему, то все будет хорошо. Логично, логично. Пример. Один и тот же, одна и та же ситуация. У меня сегодня максимально все тупит. Туплю я сам, потому что встал очень поздно. Тупит компьютер, потому что что-то у него там случилось с драйверами, я их переустанавливал. Сначала у меня тупили драйвера, и пропал звук на компьютере. Я их скачал, нашел, разобрался. В группе, кстати, спрашивал, поэтому на группу ВК можете подписаться, там очень много полезной информации. В группе ВК спрашивал, ребята подсказали, что да как. Окей, без проблем. В группе ВК нашел решение проблемы. Дальше. Я сажусь записывать и записываю видос без звука, понимая, что настройки OBS сбросились. Я иду в OBS и ставлю старые настройки. После чего я записываю видос, все окей, записал, смотрю, а видос записан только на левое ухо. Почему? Потому что в настройке OBS, оказывается, еще и сбросили не только настройки микрофона, которые я фиксил, но и настройки аудио в целом. То есть мне нужно было поставить не стереоканал, а моно, чтобы звук был только в левое ухо. Ну, не из левого, только в правое, ну, в оба уха транслировался. Ну, там так работает это, интересная у них механика. Ладно, ничего страшного, я как бы не против, я еще раз записываю, и на этот раз все оказывается круто. Вот сейчас я записываю ситуацию, и, скорее всего, все должно работать. И ощущение, будто все идет, блин, против тебя, ничего не получается. Ты тупишь. Не получается записать, ты не знаешь, что взять. Еще и чел пишет в чате такие вещи, за которые... которые я очень сильно осуждаю. Замучь время на команду и продолжим играть. Ребят, сегодня видос будет больше на лайте. Я буду стараться играть красиво на Магнусе. Постараемся понажимать красивые РПшки, пофармить, выфармить огромный ГПМ и выиграть. Идите к своей цели. Даже если вам трудно, просто возьмите чил-день, когда вы будете идти к цели, но при этом вы пойдете расслабленно. Не будете рвать и метать. Нельзя каждый день рвать на 100%. Порвите жопу. Поехали. Давайте немножко в дотку поиграем и наконец-то расслабимся. У меня, например, мной фисты, скорее всего, скачаны. А у меня будет импауэр, который в 1000 раз слабее, чем, сильнее, чем у фисты, потому... Найс дэмэдж, братан. Чё это такое? Чё это? Найс. Жесть, конечно. Я Магнусом игры 4 сыграл с вами в этом патче, но я ни разу не стал против Эмбера и никогда не бил еще Эмберу в лицо вот так вот с рукопашки. Чисто король самбист. Кстати, насчет самбо расскажу кусторию сейчас. Когда я улетал в Таиланд, я оставлял дома друга. Ну, как друга. Хорошего товарища, с которым мы хорошо общаемся. Он следил за кошечкой за моей, он следил вообще за порядком в квартире, следил, чтобы ничего не сгорело, не взорвалось и чтобы все было хорошо. И чтобы вы понимали, в один день, ну, я ему сказал, типа, будь как дома, ну, в том смысле, что следи за домом, как за своим. И он это воспринял, видимо, в буквальном смысле. Я не повезу его. Оба. Ой, я тычку отменил, кстати, из этого не убью, да, скорее всего? Не, он тычку башни заявил, молодец. Так вот, он позвал ко мне на хату своего друга, причем моего тоже в прошлом товарища хорошего, и они набухались. Ну ладно, просто набухались. Так, они еще из... У меня рядом с домом есть так называемый кружок тэквондо, секция тэквондо.
И когда они ночью проходили там бухие мимо, они через окно украли кубок. Кубок победителя тэквондо. Я боюсь, что это кто-то спалит и там будет какая-то жесть. Ну, я как бы скажу сразу, у меня его уже нет, я не знаю, где он. Он когда-то там был у меня, а сейчас его нет. В общем, насчет, это просто насчет боевых искусств, что... зачем? Насчет боевых искусств, что как бы... Попаду? Найс, попал, сбил флажочку ему. Я буду через ботл играть, люблю играть через ботл. Я тоже чемпион по боевым искусствам, ребят, я занимался тэквондо в свое время. А точнее, воровством кубков с тэквондо. Ну, не я, а мои товарищи. Ну ладно, еще кубок тэквондо, так они еще и этот, как его правильно называют, знак дорожный украли. Там камера, типа, то, что с моста. Нет, ДДшка. Дача против ДДшки Магнуса пласт хитить. Не, Магнус еще очень жесткий. Хер так против него стоять, если импауэр накинет. Чисто, да, вот таким смехом примерно и нужно и стоять против него, иначе никак. Макси, я буду импауэр. Empower новый приятный, он в процентах buff и damage. Раньше давал там, там не то что в процентах, смотрите, там там переделали Empower, я точно не могу сказать. Там вроде как раньше было в процентах иначе. От вроде как какого-то, то ли желтого урона, то ли обычного белого урона, то ли какого-то там. Блин, я не могу точно сказать, я боюсь сказать неправду, потому что меня закидают палками. Поэтому я просто скажу, что, блин, Магнусу переделали Empower, и новый Empower ощущается очень круто. Как на четверке, так и на миде. И с ним офигенно фармить. Это прям вообще по кайфу. Я сейчас буду пушить линию, уходить в лес. Так играть. Да, да, вот-вот-вот. 100 урона плюс сплэш. Плюс топор. Плюс брейсер. Хороший герой. Это на превью. Как против этого стоять? Nobody knows, but be fine. Как говорится, не против и нормально. Мне тоже нравится герой. Кто контрит? Наверное, какой-то вайпер будет мешать, но мы сейчас понерфили, и думаю, будет стать легче. Лес фармит, сами видите, как антимаг. Только антимаг нужен БФ, а тебе не нужно нихера. Я мог, наверное, убить, если поехал бы за ним, но я боюсь рисковать. Там, надеюсь, не реген? О май гад. Найс, найс, найс. Я сбил ему регента, главное, плюс он пачку репов пропускает. Я не пущу его сюда. Не, мужик, я босс in this gym. Тут я босс. Так, и, наверное, вардекс еще куплю. Опять импауэр накину и пойду под пушу линию. Вообще кайф играть на Магнусе, прям удовольствие. Дальника не пропустить. Да, красота. Не хочу брать РП пока что на такой стадии. Возьму лучше этот первый скилл, буду с помощью него фармить. Играть я буду через брейсера ПТ-шку. ПТ-шка сабля, вот. Буду брать сборку. Сейчас так все играют. Смотрите, кто ван играет на хай ПТС, тоже очень круто. И вот так. Настакнуть лесок. Ну, баунти не смогу, скорее всего, забрать. Да мне в ломак за ней бежать далеко. Того не стоит. Я манго съел, а мне норм. Выйду на линию и просто пофармлю. Так, сделаю. Пауэр накину. Удачи. Удачи постоять против Магнуса с таким уроном. Я мог знать бы, наверное, но похер. Толкаю просто нон-стоп линию. И сваливаю в лес. Вот мой стимул стоять на этой линии. Тупо пушить и в лес. Не-е-е. Вкуснятина. Да, дэмэдж, конечно, колоссальный, просто жесть. 8,6 плюс 3,6. Я же их мутил вроде. Или размутивал уже. Размутивал. Ногу поудобнее поставить. Не, а еще по кайфу играть. Мне, знаете, вот прикольно, что когда ты говоришь, мне надоело дота, и ты хочешь больше уйти в лайф, тебе внезапно дота начинает нравиться, тебе начинается играть на Магнусе. Бегать, фармить. Ну и ладно. Так, сейчас переложим кларити. Почти есть ПТ-шка. После ПТ-шки я сделаю саблю. После сабли вопрос хороший. Там либо аганим делается, либо выход в дэмэдж, типа какой-то Саши Яши и т.д. Есть люди, которые вообще делают блинк БКБ, как тут показано. Тоже крутая тема. Я не знаю. Посмотрим по ситуации. Хочу ли я брать вообще аганим в такой игре? Во-первых, аганим хорош... Нормально. Нормально Магнус лайн стоит. На Магнусе все хорошо. На самом деле, на Магнусе очень круто стоит лайн. У тебя огромный урон, ты харасишь, и тебя не пробить практически. 5 армора, брейсер. Да, что у меня в башке играет песня с Гачимучи?
Надо поменьше их слушать. Что-то в последнее время слишком много времени уделяю песням Гачимуч. Это Wave. Прикольно, что Wave агрит заранее, еще до долета до них. Это очень круто. Да. Да. Там надо идти руну контролить. Причем обязательно, чтобы она в боте появилась, так сказать. Верим. Возможно, Wave, да, быстрее пушивать линию. Придется удар меньше делать. Угу. Конечно же, чел ее увидел, да? Фу, прикольно. Блин, такой кайфовый дэмэдж. Вау. Понимаешь? Так, надо переставить местами. И дальше фармить лес. ПТшки, причем скорость атаки бомбезная. И такой скорость атаки просто невероятно быстро споты уходят. Так, иллюзию отправлю пофармить спот. Стой, иллюзия, подойди. Давай, удачи тебе там. В подферме. Я в сабельку выхожу. Сука. Озвучка меня, походу. Так, ну что, надо на ману взять. Типа, рендропчики не хочу, возьму просто масочку на реген. Так, мы сейчас иллюзиями. Красота. Зафармлю и то, и другое. Он лид мид прямо будет пушить. Ему невыгодно стоять на месте. Он не видит лопату эту. Берите. Все, нормально. Надо баунти выкапывать обязательно. А, нормально. Поехали. Зря, наверное, нажал он пауэр. Ну ладно. А, юзай, юзай. Зря я нажал пауэр на иллюзию. Ну ладно. Надо ему тоже импауэр накинуть. Стоит того. Шекера приятный дэмэдж, он норм будет. Что левел он получает? Нажму скивер. Чтобы не... Хватит леса плесовать. Ну, у меня как бы левел хороший. Ну, парень честен с самим собой, на самом деле. Это нравится. Мне не нужно бить тебе лицо. Я могу побить скрипочка и выиграть игру. Вместо того, чтобы пытаться уничтожать тебя. Хотя, по правде, да, с таким дэмэджем я бы лучше занимался разбитием лица. Так, там надо стак зафармить. Ну, сойдет, наверное. О, найс, Кларитос выпил. Просто, опять же, смысл мне фармить линию, на которой нет, ну, которую я не могу убить практически. Кстати, норм промышил, мне нравится. Наверное, даже больше, чем лопата нравится. Хотя, не, лопата, блин, так вот, да. Тяжелый очень выбор. Так, сделаем. Сука, я. Экспо получил, это главное вообще было. Еще мы знаем, что у него вар стоит, поэтому могу так сделать. Хотя лучше дофармлю себе робу. Понёшь, стоит. У меня левел огромный, господи. Все, роба едет. Не успею вот, тот, вот этот отвести, но я могу пофармить просто, не париться. Пуш линию снова, отлично. Перенесем ботл, мало ли там будет баунти руна. Не забинзена лопата. Конечно, не будет баунти руна, что ты хочешь. Так, пробел. Найс, нойш. Вард, надо его сломать обязательно сейчас. Плакаю линию, ухожу в вардики ломать. Да, дэмэдж, конечно, просто шок. Где его? Я ставил уже вард. Странно. Ладно. Просто он... А, вот он, вот он. Забавно. Я не знаю, где он. Может, беру скорость атаки 100% для фарма. По кайфу. Тут все сейчас будет, все сейчас будет здесь. Какая скорость атаки жесткая, просто жесть. Вау. Так, надо пару кларитосов. Пробую руну законтестить. Так, я еще не застакаю. Я должен застакать. Да, сейчас дам. Ботл, ты можешь руну забирать? Нет, нет. Не надо. Я потрачу много времени, пока бегу за этой руной. Но я лучше заберу вот это. Могу ли я нажать ТПМ? Тут сапога нет, тут седьмой левел. Не знаю, на Магнусе очень круто фармить и присоединяться под КДРПшки, но РПшку не взял. Надо взять ее на 11-м. Как же приятно фармить, на самом деле. А что руну? Обязательно руну выролить. Надеюсь, такнется. Не получилось. Я бы руну выролил, наконец-то. Хоть как-то.
Берен Вис, мы это знаем. Да, скорость так, конечно, веселая, просто жесть. Углю нажать бот. Не хочу. Я хочу просто фармить, выкопить Боунтус. Ага, обязательно. Так. Вопс нашел, что ли? Без разницы вообще. Пачку толкаю снова, сваливаю. Просто с двух скиллов фул хп. Здорово. Так, нафармлет спот, 3 спота, выйду в топ под дрпшку. Думаю, так будет правильней. Кайф. Я хочу через фаст агоним сыграть, мне кажется, норм будет. Хотя блинк агоним так сделаю. Так поинтересней. Бля, у меня еще ни разу не было этой, как это правильно называется. Бегу в топ. Баунти руны не было ни разу. Да жаль, по ней надо нажимать, можно просто за скивер убить. БРТП жмет, мне насрать как-то. Давай. Подними, а у тебя нету. Мог связать на самом деле. Ну ладно. 7 ТП-шек. Нормально, Эмбер потратил ТП. После реджажа. Че он так еще разговаривает? Блин, у меня не падает то, что нужно. Ладно, поставлю сюда дерево. Вообще, язык заплетается, ребят, извиняюсь. Я реально просто не спал ни хера. И я чувствую, что я туплю. Я чувствую, что я и в игре туплю, и то, что говорю, туплю. Но это, опять же, проблема РД. Если бы я, например, был бы без РД, да, то я бы, скорее всего, не записывал бы сегодня. Но я делаю это не то, чтобы через силу. Я имею огромное желание, но нет ни хера сил. Да, поэтому через силу все-таки. Проблема. Нахер номер на спид-3, непонятно. Я не собирался убивать он. Ну, типа, он забрал руну, потратил на это 3 ремнанта. Стопа. 2 точно, а вот 3 я не уверен. Потратил время. Кларити просрал. Обидно. Что ты делаешь? Посмотрите, я умею через фисты вязать или что? Ну, красавчик, но у меня 14 левел на 13. И почти блинк и сабля. У тебя нихера. Может, не есть что-то? Фейзы и перчатка. Просто выкачиваемся. Да, блинком нажму ТП на базу, потом уже после базы, наверное, что-то придумаю. Да, да. Сейчас блинк дофармливаю. Какой же приятный демедж, господи. Так круто, блин, в таком Магнусе. Топор продать или... Да, продам топор. Возьму ботл. Хотя топор ускоряет очень сильно фарм. На удар делаю все время по пачке поменьше. Учитывая, что имеем пауэр. Нет, топор 100% продаем. Сейчас надо, блин, чтобы докапал. Пойду просто мид фармить. Я бы хотел куда-то загангать ТП-шки, но... Баунтер у нас хорошая по таймингам. Могу мид запушить, ему где там руна? Нет, руна Эмбера. Надо бежать в топ, срочно. Кому отдать вообще парман шилд? Я не знаю, но мне ботл важнее тысячу раз, мне нужна экспа. Хорошая драка может быть. Есть у него что-то? Есть ТП-шки у кого-то сюда? Че насрать? Я что, убью 4, разве нет? Настраивать на них. А, я... Блин, я не мог себя увидеть. Есть какие-то дасты в центре? Понял. Парканчики есть. А, я меня убил через это.
Нормально, меня там парни напали, просто трепу. То есть у меня 2400 тысяч хп с лопатой. Жесть. Лопату продать? Подойди ко мне, лопату отдам. Ну, сейчас. Почему я должен с тобой бегать, мистер пятерочка моя? Почему я должен бегать? Аганим крутая штука, на самом деле, мне очень нравится. Забираем. Ну бот, ТП нажай, потому что ты ТП потратила. Варды есть. Скорее всего, тут варп ставил. Меня не интересует убийство ранее на таком Магнусе. Моя задача как можно больше фармить. Это то, что выигрывает игры на Магнусе. Это факт. Чем больше ты фармишь, тем выше шанс того, что выиграешь. Сила или шокоев в этой игре. Ну, в целом, сила очень крутой талант. Миди. Мне норм. Я выхожу в Аганим, захватываю ванпост. Мне 16 левел, 16, господи Иисус. Саблю крутой мэн регенды. То вот именно его и не хватает. Плюс потом у меня будет скивер на стоп. И мне обязательно иметь саблю. Ну так как без нее просто не будет хватать маны. Очевидно. Уйти. Не мог себя перетянуться. Да, Герыч, у меня, конечно, веселый. Тут не дать, не взять. Спорная шмотка в данной ситуации. Не уверен, что она в целом вообще нужна. Так, могу ли я выехать из Клокверка? С трудом. С огромным трудом. Гаварда ставит. Просто пачку бью, свалю отсюда. Интересно тут оставаться. Главное ТП иметь. Шмотки все, они не упадают, да, но я их не могу передать. Блять, опять, господи. Ну, блять, я что, виноват в этом? Ну, подойди, возьми, я не могу бегать, передавать тебе вещи из рук в руки. Я выложил, вот, можешь забирать. Распродажа. Так говорит, как будто я специально иду в лес и выбиваю все шмотки, мужик, конечно. Могу Смирана убить. Я с блинка делаю... Ах, хотя я потратил скивер. Еще твар стоит, так понимаю, да? Угу, твар стоит. Машина шибется, я блинканусь, ударю его. Он очень боится меня. Да и норм. Опять же, я... главное, что я качаю, ну, без стрелы. Я знаю, сколько я урона за РПшку ношу, учитывая. Прикольно, что за РПшку можно просто челов ваншотить. Даже вот одного ты убил за РПшку, это тоже нормально, учитывая, что это как меда съюзнуть. Как же меня дохера, это просто жесть. Это подтяжка постоянная с шоквейвы тоже очень круто работает. Так, у меня сейчас почти Аганим есть. С Аганим игра пойдет иначе. Это как Сларк с Аганим, тоже очень сильно геймплей меняется. Ты делаешь удар, подводишь, там это вообще нон-стоп можно. Обузить. Облюбить слово обузить. Тил Магнуса с момом, но мне это очень не нравится. Надо БКБ делать. Как же нет места, господи. Там больше ничего. Так. Найс, хорошо, вкусно. Я убью эту иллюзию. Вообще, кстати, насчет сетки, ребят, многие думают, что сетка это чисто для сапа айтем. Это неправда. Сетка это максимально core айтем, потому что она дает манерген, охеренные статы. Еще возможность контроля иметь. Вообще, сейчас вы на героях кори можете не иметь контроль. Его щек в деле. Надо я. 19 левел, 19. Так, надо захватывать эту херню. Чуть еще мяга не могу даже так сделать. А, он не успеет. Потому что ТП кидаешься дольше. Почему? Мы же убиваем его.
Помогите, парни. Я очень жирный. Ладно, я ТП вот нажал. Нормально. Прикольно, огонив штука. Ты только начинаешь драться, чел с тобой пытается угнаться как-то, у них не получается. Да, ставить сетку или ботл? Не, ставлю так вот. И можно уже команде ехать. Прикольно, мне нравится этот геймплей. Просто гонимчик, бегать, бить. Надо БКБшку делать. Урона у меня хватает. Да, БКБшку делаю. Что тут? Не рано выходит в кэрри, это ошибка. Против Магнуса это очень слабо. Ну, в плане, ты на миране должен покупать защитные айтемы. Я тебя сотру за РП. Помочь им или нет? Да, помогу. Возьму дальний скивер и побегу к ним. Я бегу на помощь. Прикольная механика. Так нравится этот геймплей, реально, так прикольно. Ты там всегда соло, я тут тоже соло. Даже аккуратней. Так нравится эта механика. Меня убьют, что ли? Видишь это? Ой, пораньше бы хил меня кинул. На секунд так 10. Было бы круто. Но он что-то медлит очень. Банды, банды. Все равно хороший драк. Не получается, мужик. Сейчас БВК ультракил сделает. Не смог сделать ультра, но он по сути убил четверых. А, вместо чего БКВ, вместо сеточки. Даже так заранее сделал, сетку на базе положить тайник, выложить фонтана. Ну вообще все круто, сами видели этот дэмэдж, даже без шмоток. А что если купить еще какую-нибудь шмотку на дэмэдж, да, там типа Дагидалос и Кирасу еще наверх? Это как вообще? БКБ, Аганим, БКБ, Дагидалос, потом я делаю баф Аганима, Кираса. Да, отлично будет. Без ПТ вообще нельзя, ребят, играть, обязательно иметь ПТшку, скорость так и будет не хватать. Плохо. Ну, опять же, играть с Пикторой через Радик в 2020 году, хотел сказать, в 2019, это слабенько будет. Так, богатство, богатство. Никто не заберет ее. Я начал должен делать ТП, но тут нечего фармить. Что делать? Я не знаю. Просто я не хочу жать ТП в бот, потому что линия отпушена. Не могу нажать. Хотя хер знает. Нажму. Да, мид нажму. Мы подеремся. Хороший голем. Едем, едем. Ой, здравствуйте. Я не хотел въезжать в этот парню. Я не могу ударить, я встань. Мне нужно БКБ фармить. Ладно, я буду просто фармить. Тяжело очень играть. Шейкер с форстапа вместо блинка. Кстати, счет ты 15-25, а я думаю, блин, а почему мне так сложно убивать? Я убиваю Эмбера, или там убиваю кого-то, да, а меня убивают остальные. И думаю, что так сложно, а там все типа тожерные, а у нас только я тожерный. Не жмеха, пожалуйста. Ну, форставчик. Ну, форставчик же купил. Все, ладно, давайте я так вот сделаю, поиграем в Солямбу. Я думаю, на Магнусе можно в соло это затащить, главное постараться и перестать идти драться 1x10 без БКБ. Я просто думаю, что типа, ой, я, знаете, я выиграл мид, пойду сейчас убивать всех, но тяжеловато с ними. Минус в том, что из P3 мне надо фармить, но это нормально. Сейчас давай спамить. Я тебе гарантирую, мужик, за свой спам ты проиграешь. Я вас всех уничтожу. Просто на агрессии. Прыгну и разнесу. С фирменным РП с разворотиком. Не лови только. Хорош, добил, красава. Давай, болеем за спектром, мужики. Давай, я там. Блин, не повезло. Те самые палки в колеса сегодня. Так, надо захватывать аванпост. В топе. Хотя 25 минут, а зачем? Достаточно забрать руну. Заберу в боте руну. Надеюсь, спи и не сдохну за это. Как долго? Все, моя задача сейчас не умереть. Подфармить до БКБшечки. Из БКБшечки начать играть. БКБшечки, я думаю, проблем таких не будет. По сути, меня убивает магией. Хотя полученный урон и физический, но он физический отчасти. Если бы мне не била бы магия, физуха бы мне тоже не нанесли. Вот так это работает.
Уважаю талант на дальность кивера. Очень круто работает. Все, я спричу. Подспричиваю, подфармливаю. Мы их видим по всей карте, поэтому у меня очень много пространства будет. Я их обыграю, ребят. Заскриньте эту фразу. Я их обыграю. Счет неравный, счет плохой. Моя команда, ну, не доигрывает немножко. Искалб играет плохо. Но я гарантирую, мы это выиграем. Слово о том, что важно не сдаваться. Важно не сдаваться и стараться до последнего. Можем аватарки оценить, по аватаркам сравнить вообще, кто сильней. Тауня — это глазик с пандой, это слабо очень выглядит. Без аватарки это круто, на самом деле. Ну, тачка на аватарке — это вообще тупость. Это так ставит только дауны. И тут такой чел. Это, кстати, прикольно. Это хорошая аватарка. Тоже неплохая. То есть пока что по аватаркам один у меня, один... То есть два у нас в команде, две хорошие аватарки в команде у меня. А у противников раз хорошая аватарка. Рыбка, ну, такое... Пушка от линию. Без БКБ? I'm not fighting. Взяли бы не сдохнуть. Но смотреть в топ. Если я вижу ТПшки, я выкатываюсь, убиваю пачку и из блинка ухожу. Вижу двух героев. Ну, если их там два, значит, их там не может быть больше. Ну, типа, не может быть меньше. Они же все время в команде бегают. Сломаю дерево, чтобы видеть ТПшку. Нормально. Парни, они все нажали ТП, почему вы отпускаете его? Если это иллюзия, то окей. Я очень надеюсь, что это не иллюзия. Ой, хорош. Мужик, ну за мной бегают 5 героев, о чем ты говоришь? Я выигрываю для тебя время. То время, которое тебе так не хватает. Закрой рот, почему ты пытаешься ко мне относиться? Я словил стрелу. Стрелу, которую я вообще словил на полной неудаче. Потому что я там 100% выживал. Я, ну, типа, я укатывался. Я мог в эту сторону укатываться, но, блин. Моя команда хотя бы разменялась, но они круто нажали ТП. Одно ТП сюда, Винга уже сзади меня обходила. Мира накидала стрелу отсюда. Еще я засмотрелся на Клакверка, который почему-то фрифармит вот тут. И на него боятся напасть. Когда за мной бегают 4 героя. Это очень странно. Бфа, кстати, полное говно. Это не играбель на этом. Он ничего с бфа не сделал. Тем более у нас нет иллюзий, нет ничего, во что можно с бфшки работать. Пролока я замутил, он... Не хочу его слушать. Мало того, что не хочу слушать, он не знает, как лопат, видимо, работает. Давай посмотрим, что это вообще такое. Двух грибов не добил, это ладно, это простительно. Но лопата, там же баунти можно выкопать. Ну. Вау! Ставь лайк. Странно. Странная игра очень. Трудное, странное. А я, если тайминг не помню, я не записывал. Только холодный очень. А вот этому можно? Продам, наверное, ботл. Надо БКБ дофармить. Еще хороший РП нажать, иначе, мне кажется, мы драку проиграем. Не могу так нападать, мне нужно хорошо нападать. Иначе никак. Только хорошо, хороший РП, иначе никак. Ой, какой великолепный слаб, я БКБ не нажал вовремя. Везу подальше клока, но с три нет-то ногами. Я могу пофотал сейчас увести через 2 секунды. Это есть хороший шанс. Если кто-то подставится. Нет, центри под ногами, это проблема. Плюс великолепный слаб от Инги. Как-то отвести, я не знаю. Мне никак. Дэмпауэр бафнуть будет в спектре. Но это не так важно, все на урона 0. Получилось. Здесь попал бы шок вейвом, я бы мог отвести его. Там было сложно. Какое ты ебло свое? Почему ты пытаешься разговаривать со мной? Я эту игру стараюсь выиграть, в отличие от тебя. Пишешь какие-то гадости в чат. Может быть, под 3 отвести. Ладно, промазал снова. Я БКБ КД, не могу драться с ними. Только под БКБшку.
Причем Мирана Кэрри, та самая, которая вроде useless, она все равно что-то может. Станчик? Нет никакого стана. Я в стреле стою бесконечно. Найс, Мирану убил, но... Вроде найс, убил героя. Пробую бежать. Благо дальность меня спасает. Трудно очень. Он мне что-то пытается базарить, что-то объяснять, но ты сам же играешь не идеально. Зачем ты пытаешься мне это говорить? Я, да, я играю не идеально, но я не стремлюсь к идеалу. Я просто играю так, как могу. Не смогу никак забрать аванпост, поэтому я сделаю так просто. Нормально. Набрал хотя бы баунти. Как же тяжело с ними играть, надо две книжки забрать у них. Отлично. Так, надо в кристаллис выходить. Хотя я не уверен, что кристаллис поможет. Хотя, опять же, а что поможет? Только урон какой-то, чтобы ваншотнуть их за РП. Но они не стоят под РП. Это проблема. Ну и плюс, я могу дефать мегача, это очень хорошо. Это прям огромный плюс. Из-за того, что копил за нерфлина гоним, ну это полное говно. За нерфлина гоним, он все так же хорош. У него есть, ну типа, он перестал быть имбой, он стал просто хорош. Да мы что, просто замутил их, все, зачем их слушать? Лишний раз слегка только будут. Благо огонимящий фарм ускоряет. Могу постоянно кататься. Дать ему кнопку. Теперь он хотя бы хоть какой-то дэмэдж будет носить с руки. У них нет тембера, мы должны убивать его за это. Здесь они боятся его. Есть сентри под ноги, дорогие саппорты? Спасибо. Хороший голем. Мне нужен даст какой-то. Я не могу без даст убить героя, увы. И ах. Увы и ах. Без даст убить героя невозможно. Пойду отпушивать линию. Единственный шанс, как я это смогу выиграть, отпушить линию. Придется даст покупать. Вместо чего? Попробую линию отпушить. Баунти забрать, линию отпушить. Думаю, это хороший шанс. Но все равно, блин, мне очень не нравится, что нету какой-то поддержки. Ты на Магнусе вынужден пытаться что-то, ну, типа, иметь дополнительный слот. Да, окей, я должен купить рецепт на гоним и даст. Так будет правильный. Увы, ах, только так и можно сделать. Благо, я вижу лайфстиллера. Жизнь ворам. ХПшек. Free Fire, но... Видите, как он стрелу кинет, чтобы случайно не словить ее. Бля, только не кидай вейв, пожалуйста. У меня еще два саппорта, и типа это норм. Но я, если я пойду убивать пачку, я сдохну. Пешка у меня КДМ. Я могу предложить. Могу сбегать, зафармить спот. Сделать тебя на базу. Там уже придумаем что-нибудь. Только так. Не могу без даста драться, увы. Драки переложу в Fairy Fire, так будет норм. Сложная игра, тяжелая очень. Непонятно, что я должен, ну, как мне купить шмотки, чтобы я мог как-то перевернуть. Типа, не, ну, у меня уже баф Аганима, это круто. Ну, вот, кстати, ульт Мираны кончится, и они будут без ульты. Здесь у меня сентри нет под ногами вот тут. Ну, он зря поднял чела. Мог фатан подвести на самом деле, но ладно. Не попал по нему с кивером. Бля, как я плохо сейчас сделал. Достал до меня. Очень хороший килл. Причем мы не потеряли сторону, что самое главное.
Я очень плохо подаю кнопками. Найс, хороший килл. Блин, я так стараюсь, но, блин, очень много мискликов совершаю, досадных очень, которых мог бы не делать. Но из плюсов я на 100% уверен, что в лейте наши герои сильнее. Спектру в лейте не победи. У него же, кстати, почти манта. Хоть и на 34-й, но манта она и на 41-й манта. Дубаунти заберу. Какой же Магнус крутой, мне так нравится он. Надеюсь, он тоже, ребят. Че, пробуешь захватить? Баунти никто не контролит. Вообще великолепно. У нас великолепный шанс выиграть игру. Главное сыграть грамотно с РПшкой и не ошибиться. И все будет круто. Если я сыграю хорошо, то я эту игру выиграю. То самое чувство, когда все зависит от тебя. И это круто. Брать ответственность в свои руки. Не гореть с того, что у тебя команда слабенькая. А кайфовать от этого. Пытаться такие игры перевернуть. Так будет играть поинтересней. Да, 100 рубика вложу. Не боюсь. Только если успею нарать. Найс. Я убил одного героя, пока норм плюс-минус, но маловато. Я могу прогрессить его, на самом деле, хотя у него кираса. Скорее всего, не убью его. Хаунт у нас был? Хаунт был, но его нет. А что с Хаунтом случилось? А что, он АФК встал или? А что с тобой на спектре? Алло, прием. Может, я что-то прослушал? Может, у меня там залагало или? Алло, спектра, ты в игре? Странно. Как я говорил, даже мегачи можно выиграть. Главное, чтобы они трон не снесли. Но если спектра успеет вернуться с АФК режима, будет легче. Вроде как у нас крипы отпушены. Армалет. Нормальный тайминг армалета, бро. Сейчас пять сюда. Он не пойдет. Найс, не попал. Попал, кстати, я умирал, у меня не было маны. Так, а что с спектрой еще? Че, он вообще вернется? Алло. У него все есть для победы. Понимаете, он камбэкнул и не хочет играть? Или это залагало, может, как-то? Я не понимаю. Если залагало, он бы вылетел. What the fuck? Странно. Я очень хорошо деф и мегачей. Типа, вообще без проблем каких-то. Странно. Противники рано или поздно пойдут захватывать. А вот босс, то есть встретят его там. Наш поначал играет. Но паузу никто не поставит. Я могу пробовать поставить, но... Мне кажется, он не вернется. Что за знак вопроса? Спектра, АФК. Играете, не видите, что противника нет кэрри? Ну, мои ребята тоже. Я не знаю. Бля, надо, наверное... Пробую сделать так. Давайте сделаю так. Пробую выйти в рапиру, и, может быть, с рапирой подерусь. Может быть, с рапирой как-то камбэкну. Или с бфшкой вообще. Нет, с рапирой лучше. Варлок умер до драки. Хорошее эхо. Куда бы сейчас еще какие-то кнопки нажать, было бы вообще идеально. Так, попробую, подвезу их. Ну, а толку от этого? Пробуй еще, конечно, подвести кого-нибудь, но... На спектре нет. Спектра АФК. Была бы она в игре, думаю, было бы проще выиграть. Не знаю, что спектра перестала играть. Вроде все было окей. Обидно. Причем вот, знаете, вот я на старте видоса сказал, что сегодня ощущение, будто мне целый день кто-то вставляет палки в колеса.
Типа, утром лагает звук, потом то, потом это, а сейчас это. Я не знаю. Очень странная игра. Обидно, ты потеешь, ты собираешься выиграть, но не можешь. И понятно, что ты тоже ошибаешься. Я тоже ошибался и играл, слабо скажем, не идеально. Но то, что он сдался, это плохо. Ладно, ребят, сори за то, что сегодня видос слабый. Я реально чувствую, что он слабый. Но я постарался. Думал, что получится выиграть и вообще поиграть нормально. Но я туплю в игре, туплю по жизни. В общем, в любом случае, я не сдался, видос вышел. Я свое слово сдерживаю, надеюсь, вы тоже сдерживаете. Как бы ни шли у вас дела, как бы вам ни было сложно, вы должны сдерживать свое слово и идти к своей цели до последнего. И если вы сдадитесь, то вы, во-первых, огорчите меня, а во-вторых, вы, прежде всего, самообманитесь. А самообман – это гораздо хуже, чем обман даже самого близкого вам человека. Потому что близкий человек, без него жить можно. Без любого близкого человека жить можно. Говорю, человек, который очень долго был один. И на сегодняшний день я считаю, что в случае чего я один легко проживу. Но в случае обмана себя жить ты не сможешь. Ты и так и будешь продолжать находиться в этом сне, анабиозе, думать, что у тебя все хорошо, но это будет не так. Не обманывай себя, делай то, что должен, как бы это сложно тебе не давалось. Удачи тебе, брат.